Всем привет, ребят. Ну что, вы готовы к новому трешечку? Я показал вам ворожая, теперь я вам покажу мега имбического героя, еще скруче от хила. Думаю, вы знаете, кто это. Мохнатка, ребят. Да, мы уменьшили ей скорость. В данном случае у него, меньше скорость атаки, но отхил сейчас должен быть просто эпическим. Мы сейчас немножко поколдуем. Давайте попробуем исцеление. Утекание поставить. Так, исцеление. Исцелением качнем талантом, утекание поставим руной. Так будет больше процента. Holy Conviction, SS-ка 5-5, 100%. От хила плюс деф. Мы уберем сейчас СО, 60%, у нас там 40. Меньше максимальная жизнь, но зато посмотрим максимальный отхил. Должно быть реально круто. Как думаете, вытащим? Я думаю, это будет очень долго, если мы будем так ролить их. Вытащить исцеление, шанс. Ну, оно не очень, ну, конечно, смотря какой сервер, но оно падает не очень часто. Так, окей. Поехали, такой вариант, посмотрим. Потом можем переделать, кстати, давайте сделаем интересную темку. У вас, конечно, лайки. Прокачаем такой вариант. И качаем сразу же утекание вторым. Есть. Такой вариант и такой вариант. Первый у нас будет исцеление утекания. Сюда мы поставим панчбокса, давайте. Потому что мы с ангелом нифига толком не увидим. Ну, посмотрим сейчас. Так. Разобрались. Вот такая у нас будет первая сборка. Исцеление плюс утекание рунами. Поехали. Как думаете, будет лям? Вот мне интересно. Непонятно. Потестировали. Да, мы деф убрали. То есть смотритель будет сливать. Вот видите, что делается. Давай, 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 давай. Не хочет. То чувство, когда прокачал героя, а он что-то не тащит. Это нормальное явление. Так, ворожай. Блин, сейчас ворожей нам все испоганит. Ладно, смотрим на Махатму. И тут мне просто интересно посмотреть. Тут, конечно, ни одного, ни второго не сольют. Знаете, два героя, которые просто не убьются. То есть они будут вот так вот стоять все, я не знаю, там 3 минуты, пока здание не разрушит. Что одного, что второго. Там полмиллиона Махатмы, я не знаю, сколько. Сейчас мы это проверим, но я думаю, там очень много. Сейчас бы нам как-то это затестить. Нормально, чтобы нас не блочили. 844, ребят. 844К, это то, что я увидел. Это просто жесть. Смотрим дальше. Обалдеть. Ну, Фрея, давай. Где там Фрея? Ай-яй-яй. 844, ребят. 844К отхил. Я офигею.
Вот единственное, что смотритель может посмотреть. Один отхил, один удар 844К. Это просто жесть. Ну, конечно, мы пожертвовали дафами и скоростью. Но, как по мне, это реально круто. Давайте сейчас попробуем другую сборку. Утекание, исцеление. Ради интереса, что же все-таки будет круче? Да. Как вам эти пироги? Это просто нереально. Так, тут Космо у нас сейчас пусть убьет. Отлично. Let's go. Четыреста восемьдесят девять. Странно. Что ж такая разница большая? А, блин, я думаю, что такое? Ну, 400, ребят, 489. Оставим сейчас еще плюс 100%. Я затупил, не поменял. Это получается, сейчас будет у нас прирост 2 раза, то есть будет 900. Но видите, нету дефа и их сливают. Ну, мы тестируем отхил. Если будет тут лям, это, конечно, жестко. Это в рейде лям. Это нечто. Так, смотрим внимательно. Ну, 947. Почти миллион с удара отхил. Это просто жесть. Я офигею. Миллион отхила, ребят. Девятьсот пятьдесят к. Жесть. Ну, видите, в таких вариантах без дефа она сливается очень быстро. Ну, это, в принципе, все фигня, то, что она сливается без дефа. Когда она вот так вот на Фрейе может зависнуть, Фрейя ничего не сделает. Ну, конечно, если нет космо, нету много блокировок. Ну, бьет Фрейя по 100К, а у нас миллион отхила. Просто аут. Можно, конечно, ангела поставить, тогда ее пробивать не будет. Мы просто с панчбоксом тестим, чтобы можно было видеть чисто отхил. Ну, как по мне, это полный трэш. О, интересно, сейчас давайте забежим. Кошмарка 6.10. Смогут ли демоны ее затащить? Да? С меду... А, медуза сейчас, подождите. Медуза забрала энергию, заблочила. Попробуем так, чтобы медуза офнулась. Как по мне, ребят, это просто аут, а не герой. Такая сборка. Да просто пофиг. С таким отхилом.
6. Ради теста сделаем одну интересную вещь. Можно ли 6-10 затянуть? Соло. Героем. Я думаю, что можно. И просто пофиг. То есть тут настолько пофиг на этот урон от демона. Нереально. Ну, ставьте лайки. Думаю, вам эта сборка понравилась. Может, кто-то будет где-то использовать. Сорок один процент. Ну, не знаю, не знаю. Хватит ли времени? Скорее всего, возможно, и не хватит, чтобы убить все здания. Ну, пройти, я думаю, можно. То есть на 2 звезды однозначно, на 7 можно перейти. Но все здания вряд ли разрушат. Сорок 8% минуты осталось. Ну, на 2 звезды прошли. Процентов 70, я думаю, набьем потолок. А то даже не набьем. Ну, в любом случае. Демоны не страшны. Так, окей. Поехали дальше тестировать эту имбушку. То есть такая сборка нереально крутая. Ставим сюда обратно панчбокса. Хочу с ним поехали на арену. Да, бабулька отжигает жесть. А тут еще отхил будет сейчас увеличен у нас. Я не знаю, ли мы сможем его увидеть. Окей. Хочешь так? Будет тебе сейчас так. Жун-жун, поехали. Это просто аут. Ну, тут никто не пробьет. Единственное, что смотритель там плюс Фрей, если включится. Добить под молчанкой атаки. Я думаю, это Unreal. Так, хотелось бы какого-то топа по центру встретить. Понеслась жара. Ну, тут я тоже думаю, мы не увидим. Но урон просто бешеный на 30-м прорыве. О, вот оно. Вот она пошла жара. 1 200 000 отхил. Дас видос.
Не, нифига себе. Повторный заход. Ну, 1 200 000 отхил, ребят. Это просто нечто. Просто врубаете ворожея. Видите? Космо, 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 космо. Космо все-таки блокирует. Окей. Поехали сюда. Ну, тут на экспедиции, думаю, мы ничего не видим нового. Ладно. В общем, такая вот сборка, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, как по мне, это реально кайфовая сборка. 1 000 000 отхила благодаря новой чарке топовой. Все. Всем удачи. Всем пока.